XX, с вами Билли Викс. Всем привет, я Алиса, и сегодня поговорим о новом двойном семейном наборе семейки Адамс. Это Уэнсдей и ее мама Мартиша. А пока подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить мои новинки, особенно в YouTube Shorts. Набор кукол Адамс Коллектор, созданный по мотивам анимационного фильма и украшенный кружевами в виде паутины и рисунков черепов, представляет собой коробку с красивой иллюстрацией. Мы видим молнии, луну, темный замок, летучие мыши и каноничный забор с их фамилией. Сзади люстры со свечами, две пролетные лестницы и куклы гармонично смотрятся на этом фоне. Мне очень нравится цветовая гамма кукол и скинтон, который уходит в серый цвет. Можно заметить, что Мартиша достаточно выше своей дочери Уэнсдей, а Уэнсдей в свою очередь будет по росту как Хоулин Вольф, Твайлы и другие малышки Монстр Хай. А вот Мартиша уже как Бладгуд. На лице видны скулы у Мартиши, прям элегантная получилась кукла. В глазах у нее есть блики в виде гробиков, смоки черные, такая темная алая помада, и уголки губ уходят вниз. И тонкие-тонкие темные брови. Если присмотреться, то можно заметить легкий румянец, но он еле заметный. Кстати, даже маникюр у нее красного цвета с перстнем в виде гробика. Прикольно. Ну а платье Мартиши с прозрачными рукавами-водопадами и рваным подолом – это вообще крик души. На платье свисают ножницы для обрезки и роза на длинном стебле. Такие аксессуары, подходящие для королевы тьмы. И да, у нее педикюр, это что-то интересненькое для Monster High. Туфли на высоком каблуке, форма которого плавно переходит в стебель розы с листом. Так, а теперь Уэнсдей. Огорчило, что финальное лицо куколки все-таки отличается от промо-фото. Фиолетовые глаза с бликами в виде силуэтов пауков, длинные реснички, жаль, что все-таки не нарощенные. Коллекционные куклы, от них хочется соответствия, да, названию. Губы бледные, более трупного цвета. У нее лицо как будто оно не читается, то ли из-за носа, то ли из-за губ. Но прическа культ. Две широкие косички, хотя, на мой взгляд, было бы интереснее, наверное, сделать как у мультяшной версии Уэнсдей, то есть концы волос сделать в виде виселицы. Но что есть, тем и гордимся. И на ней платье с пышными рукавами и принтом черепов, полное скорби. Ну, а яркая сумка в виде осьминога Сократа для меня сильно выбивается в образе, такая яркая деталь, которая затмевает, в принципе, образ куклы. И как обычно, Сколектор радует своей обувью. Всегда интересно ее разглядывать. Уэнсдей – высокие ботинки с интересными каблуками. В этом году, ближе к осени, планируется серия кукол Monster High по недавно вышедшему сериалу Уэнсдей. И пока что прототипы кукол выглядят даже чуть более детализированнее, чем коллекционные. Но это пока. Кто понравился вам больше всего, напишите в комментарии. Мне же кажется, что Мартиша вышла намного более милее, аккуратнее, чем Уэнсдей. И подписывайтесь на мой канал. Be cool and crazy. Встретимся в новых видосах. Пока-пока!